Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Сегодня мы с вами разучим команду «Дай». Что для этого нам потребуется? Нам потребуется предмет, с которым мы будем играть с собачкой, и потребуется какая-либо подкормка. В щенячьем возрасте это достаточно просто делается, со взрослой собачкой немножко посложнее. Просто переведем интерес, будем использовать природную жадность собачки. Но у нас собачка должна быть мотивирована либо игрой, либо, значит, как бы подкормка, то есть зоовитальная, либо игровая мотивация у собачки. И в зависимости от этого будем действовать. Но даже игровую собаку мы можем промотивировать на зоовитальную мотивацию, то есть на пищевую. Делается достаточно просто. Не после кормежки вы играете с собачкой, а до кормлежки, то есть до кормления непосредственно, чтобы собачка была голодненькая, чтобы она хотела взять у вас лакомство из ваших рук. Делается все достаточно просто. Сначала покажи, что он тебе не отдает палку вообще, в принципе, эту брось, положи Заигрывай, сейчас не отбирай эту палку, вот этой, что ты играешь, покажи. А теперь, Спасибо, с вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Доверие и уважение, и у вас все получится. Спасибо.